Всем привет! С вами канал Артмания, и сегодня у нас на обзоре чокопай с клубничкой. Уже был у нас с бананами, был обычный стандартный, да, классика. А теперь еще и с клубникой появился. Латте. Так, что у нас тут имеется? Состав. Состав у нас целых... Ой-ой-ой, тут много, я добавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Штук 10, наверное, посмотрите сами. Обалдеть. Если кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. По крайней мере, хотя бы он здесь на нежно-розовом цвете, а не как у шоколадок. Так, здесь у нас 6 штук по 28 грамм даже. Обычно по 30, со вкусом клубники. Даже подписали, звездочка такая даже. Это перевод, вот. Это перевод, она же иностранная, для непонимающих, что это. Так, открываем. Читала я отзывы, что не всем понравилось на вкус. Ну, наверное... Банан когда-то тоже не очень понравился всем. Хотя с бананом интересно смотрится. Так, она, кстати, довольно симпатичная такая. Здесь даже сердечко, смотрите, какое есть. Классное. Такое, как с любовью. Мне кажется, что уже пахнет клубникой. Так, нам понадобится для маленькой конфетки большая тарелка. И давайте ее откроем. Хорошо открылась, кстати. Так, почему они все всегда неровные, вот мне непонятно. Такое ощущение, как будто для фикс-прайса, как будто фикс-прайс покупает... Да, кстати, она у нас из фикс-прайса, я забыла сказать. Как будто фикс-прайс покупает, знаете, заранее знает, что они здесь неровные. А другой магазин, перекресток там какой-нибудь, знает, что они там ровные и покупает их. Как брак такой. Ладно, давайте ее разрежем. Какой-нибудь такой ножик у нас. Опа. Так. Ну, кстати, розовенькая. Хотя, честно говоря, ну, упаковки, кстати, выглядят более розовые. Видимо, сделано специально, чтобы это казалось аппетитно. Здесь это не настолько розовая. Она как-то больше... Не попортит бы вам аппетит. Цвет такой более темно-розовый, скажем так. Вот, начинки, кстати, ее много достаточно. То есть ее не чуть-чуть, ее нормально. Ее много. Ладно, не буду разламывать. Ай, падает. Ее много, но он такой прям неровный. Здесь вот мало немного шоколада. Здесь побольше нарисовано. Тут поменьше. Пахнет прям клубникой. Прям обалденно клубникой. Давайте будем пробовать. Ням-ням-ням. А вкус клубники действительно есть. Но он такой чуть-чуть. Прям нежненький-нежненький. Вот совсем капельку. Если с бананом, я помню, прям там был банан. Такой явный банан. То здесь клубнички прям совсем чуть-чуть. Нежненький такой. Нежно-сладкий, неприторный. Тепленький, такой вкусный. Но клубника прям вот чуть-чуть. Давайте еще раз попробуем. Прям чуть-чуть. И вот это, самое главное, мне нравится вот эта вот белая штука. Честно говоря, я бы купила, наверное, целый ящик таких вот, даже, не знаю, побольше. Целую фуру и, наверное, съела бы только вот эти вот белые прослойки. А это оставляла бы. Не знаю, нравятся они мне очень. Она мягкая, но суховата. Даже съедая пол кусочка, запиваешь водой, потому что реально становится очень сухо во рту. И без напитка ее проживать довольно сложно. Вкус клубники действительно еле-еле заметен. Больше ощущений создается, как будто вы едите какую-то безвкусную еду, но при этом ощущаете сладость только. И все.
Ну, как, например, вы кушаете сахар. Просто сахар. Да? То есть вы его грызете, а это такой же вот сахар, только вот он мягкий такой, вот с прослойками, там, хлебом, там, все такое. Как бы и все. Особенно здесь ничего нет. Могли бы, в принципе, клубничного концентрата или чего они там добавляют, добавить, в принципе, побольше. Тем более, там есть целых 10 Е-добавок. В принципе, могли бы. С бананом вот как-то реально вкусно. С бананом тянет. То есть здесь, не знаю, ни о чем, честно. То, что вот только что это новинка, и все. Не знаю, меня, честно говоря, не впечатлило. Поэтому, в принципе, наверное, и плохие отзывы. Причем, ну, как бы не просроченные у меня. Я его вот буквально купила. И делаю обзор там спустя неделю. Где там? Где-то я видела вроде. Нет, не видела. Где-то был. Калужская область. Где-то был этот, вроде бы. Срок годности. Фиг знает. Кстати, его что-то не видно. Где он? Срок годности. Вот так покупаешь, вот, а может вообще она действительно там лежала, валялась долгое время. Ну, не знаю, напишите свои отзывы, пробовали вы ее или нет, и как она вам на вкус. Почувствовали вы там клубнику или нет? Потому что, блин, я что-то вообще не почувствовала. Не первый раз я когда половинку съела, не второй. Вот чуть-чуть где-то отдаленно. Ну, честно говоря, чекапай все-таки. Это неинтересно уже становится. Вот такой нестандартный у нас был с вами обзор. Как-то, честно говоря, немножко я шокирована, что не почувствовала я вкуса клубники. Хотя, честно говоря, хотелось. Нашла. До 21-го. Интересно, кстати, у них у всех до 21-го. Так, 19-го, 11-го. А, вот смотрите, 17-47. Здесь 17-48. А, ну они прям, смотрите, в коробку складывают каждую. То есть не выборочно, 48. А тут тоже 48. Того же числа. Тоже 48. Это они в одну минуту упаковываются целых 3 штуки. Даже 4 штуки. А нет, там тоже было 48. А здесь 47. Это предыдущее. То есть в одну минуту могут упаковаться целых 5 штук. Ну да, там, наверное, все это делается очень быстро. Там они, наверное, так вот чик-чик-чик-чик-чик едут. Ладно, такой был обзор у нас с вами. Не буду ваше время драгоценное затягивать. Напишите свои отзывы обязательно в YouTube мне в комментариях. Поставьте обязательно лайки, лайки, лайки. Я все это делаю для вас. Подписывайтесь колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик, который выйдет уже завтра. Обзоры на продукты каждый день будут выходить у нас до самого лета. И влоги у нас выходят. А нет, обзоры через день, а влоги каждый день. Вот так у нас. Также у нас есть обзоры на технику, кулинария, живопись, фоны, еще куча всего. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!